Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 126 на странице 56. Рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте пословицы, ставьте пропущенные буквы в окончании глагола. Над глаголами укажите спряжение. Поспешишь, людей насмешишь. Поспешишь, спешить. Окончание «иш». Второе склонение. Второе спряжение. Людей насмешишь. Смешить. Второе спряжение. Окончание «иш». Тише едешь, дальше будешь ехать. Первое спряжение. Окончание «ешь». Будешь быть. Первое спряжение. Окончание «ешь». Шило в мешке не утаишь. Утаить. Второе спряжение. Окончание «иш». Не разгрызешь ореха, так и не съешь ядра. Разгрызать. Первое спряжение. Разгрызешь. Окончание «еж». Не съешь. Съесть. Первое спряжение. Окончание «еж». Сразу всему не научишься. Учиться. Второе спряжение. Окончание «иш». С глупым поведешься, сам поглупеешь. Поведешься. Ведет первое спряжение. Окончание «еж». Сам поглупеешь. Глупеть. Первое спряжение. Окончание «еж». Дома ешь, что хочешь, а в гостях что даешь. Ешь. Есть. Первое спряжение. Окончание «еж». Хочешь, хотеть. Первое спряжение. Окончание «еж». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.